Русские и украинцы не являются единым народом. Об этом заявил Петр Порошенко на встрече с общественностью. По мнению украинского президента, никакого братства между нами нет. Есть, цитирую, единый украинский народ, следующий в Европу, и русский, который находится в глубоком кризисе. Конец цитаты. Еще одно цивилизованное отличие, незалежное от России, как считает Петр Порошенко, это сильное самоуправление. Правда, в чем его сила и цивилизованность, он не уточнил.